Решили, друзья, проехать по грибам и заодно по дороге посетить много значимых памятных мест для нашей земли. Дот вы уже видели. А сейчас подъехали вот к такому памятнику. Генерал-майор Кульнев. 20 июля 1812 года. Погиб, когда гнался за французскими войсками, отступающими, и попал в засаду. Попало ядро генерала. Оторвало ноги. Погиб сразу, как пишется. Как бы наши потомки мы помним. Стоят памятники. Сейчас подъедем еще к одному памятнику. Здесь, друзья, могила. Здесь Севошина. В бою с наполеоновскими ордами погиб герой Отечественной войны 1812 года, генерал-майор кавалерии Кульнев Яков Петрович. Первый российский генерал, который погиб во французской кампании в России. Вот такой памятник. Проедем, может, еще что-нибудь найдем интересное. Такой лес, места грибные хорошие. Ну и людей очень много. Очень много ходит людей. А мы поездим, посмотрим интересные места. Такие вот, друзья, дикие места. А вот это все от взорванного дота. Дот был взорван еще во времена войны. И вон он. Вон его видно. Это все относится к Полоцкому укрепрайону. Как дот стоял раньше, непонятно. Но вот там вверху дорога на горочке. Или его так взорвали, скинули. Потому что он неестественно стоит. Там обломки лежат. Обломки мы прошли уже. И вот сейчас подходим к доту. И вот он опрокинут. Здесь мусорку люди устроили. Причем не слабую. И вот так вот. Такие куски, ошметки. Одной стенки не видно, вот она как раз была взорвана. Можно посмотреть толщину бетона, сваи. Пока буду проходить, тут ноги не сломать. Вон куски. Даже не представишь, как он стоял раньше. Вот. Какая конструкция. Стены, конечно, толстые. Вон, железнодорожные. Или это просто балки специально от осколков бетона при попадании, чтобы на людей осколки не сыпались. Но металла тут немало. Обойдем, посмотрим. Пулеметные бойницы. Вот такой вот дотик. Блин, чуть-чуть подняли, перенесли. Ага.
такое ощущение, да, что его подняли и перенесли. Тут вот такая вот низина. Явно, что он не стоял здесь. Или он там вот стоял, может, и его скинули взрывом. Потому что тут... И вот даже особо с дороги это доты не видно. Вот такая вот здоровая, красивая конструкция была когда-то. Хотя сколько уже прошло лет, а он вот здесь стоит и стоит.